уже мы стартанули, друзья. Всем привет! Снова мы с вами, вы с нами. Конечно же, вы скучали. Привет, не говорю, что скучали мы, потому что это и так понятно. Присоединяются пока к нам. Целый один человек с нами, отлично. Двое. Даже два, супер. И все это Украина. Между прочим, я узнаю по никам. Привет. Саундчек. Чек-чек. Все с нами, все на месте, как обычно. Боб Марли. Прикинь, я забыл, как... Господи, это ж гуру из Gangsta. Notorious B.I.G., Gangsta, собственно, Method Man, Red Man, Eminem, Nate Dogg, Quentin Tarantino, Darger Dre. Ты кого-то не заметил там, кстати, появился еще кто-то. Кто? Эй, как он здесь появился? Короче, там появился Курт Кобейн. Поверх Михея его просто вот так взяла она и приклеила. Это ну, короче, ребят. Что это? Вообще, мы на связи вообще или нет? Кто тут? Есть живой вообще? Да, вот нам машут. Привет, всем привет. Слышно нас? Напишите, пожалуйста, как слышно. Ну, смотри. Такое ощущение, что висим. Почему? Вот, сердечки полетели, нам машут, да? Нас слышно. Супер. Напишите, пожалуйста, да. Как настроение и как нас слышно. Если эти два человека готовы нас слушать, мы будем сейчас петь. Смотри, уже больше добавляются людей. Слышно отлично. Yeah. Очень слышно. Очень. Слушай, может, хорошо. Так не орать так громко. Да, вот я пока могу рассказать о том, что я круто одет, я в шапке, короче. Летом уже почти, весной в жару дома я в шапке, короче. Я Почему? Люблю ходить летом в шапке, я люблю вообще ходить в шапке, когда бы то ни было, потому что шапка — это круто, стильно. Молодежно. Посмотрите вообще, вот сейчас выгляните на улицу, кто-то ходит в шапке сейчас? Я хожу в шапке, вот в чем соль, понимаете? Никто не ходит, я хожу в шапке. Айрон Джей просто бунтарь. Вот и все. Он ходит в шапке. Сегодня у нас цифровая шапка, а не шляпа, короче. А, кстати, да. Сегодня вот. Первый раз в шапке, а не в шляпе, да? Да. На сцене. Друзья, Мамед Салам с нами впервые в прямом эфире. Вот, наконец-таки, в четвертый эфир все-таки решил к нам присоединиться. Вот, молодец. С четвертого раза пришел-таки. Может, кто-то еще тогда же придет. Мы настырные, мы будем 40 раз вещать. И на 40-й, может, кто-то придет, кто не пришел на те 39. Мы хотим, чтобы все пришли, да? Вот. Чтобы все были с нами. Короче, мы пока общаемся, да, ждем присоединения людей, которые постепенно присоединяются. Можем даже, в принципе, спеть, пока ждем людей, да? Мы, кстати, ну это же вот песня. Начинаем все время с песни, которая у нас на афише. Да, никто но не понимает юмора нашего афишного. Мне говорят, что в понимают? Личку пишут, что понимают. В личку, да. Пишут, да? Отлично. Что это? Ха-ха, мы юморим в афишах. Поднимаем настроение, конечно. Слушай, а ничего, что я без этого, что я с Ревером разговариваю? Да пофиг, мы с Ревером разговариваем. Мне нравится. Короче, ребята, это фишка, потому что отменили наконец-то вот это ЧП, и можно ездить на своей машине, нет, спокойно ходить пешком. Вообще можно все, короче, да, практически. И поэтому такси мы отменяем нахрен просто. Отменяем его. Мы ходим пешком и ездим сами. А я думала, другой смысл. Какой? Знаешь, почему? Я же когда писала анонс этого мероприятия нашего, это было, по-моему, как раз 11 число, когда я вот их еще готовила. И там, ну, в Астане... Ну, я имею в виду Казахстан, в Украине там немножко по-другому. ЧП сняли, а между городами, что ты пихаешься, а между городами еще ездить нельзя. И, ну и между странами, соответственно. У нас вот, я знаю, что в этом. Виталь, привет. Да, привет. Всем привет. Виталий, кстати, ест борщ. Приятного аппетита. Он сказал, что будет есть под нас борщ. Давай. Приятного, да. Вот, и я писала, что ни на каком такси никуда не уедешь, ну, между городами. А так-то хорошо, хотя бы по городу можно уже на своем транспорте. Но сейчас, а сегодня уже мы знаем, что ну, все больше как-то благоприятно, все благоприятнее начинают обстоятельства складываться. Сводка последних новостей, да, короче. Уже это,
Что там, с 1 июня поезда, самолеты, дрезины, короче. Ездить, можно ходить, на своей дрезине выезжать на железную дорогу и ехать, короче. Вот, ребят. Поэтому, собственно, вот. Меня волнует, когда будет такси между городами. И еще мы этой афишей выразили свою тоску по Египту. Вот мы в то время. Вообще по разным странам. Ну, короче, примерно в то время мы были в Египте. Было классно. Катались на квадроциклах по пустыням всяким. Когда мы там были? Мы были чуть больше года назад. Короче, в то время мы там были. А ровно год назад мы были в Москве. Купались, смотрели рыбок. И в Москве были. Где только где мы не были, не но были, не важно. И вы все. Короче, привет, ребят. Привет, всем привет. Я хочу сказать, что мы уже будем сейчас петь. Хватит общаться уже, еще ты пообщаемся. Мне кажется, что мы скоро уже начнем и вживую тоже встречаться и петь. Вот с этого, с 18 числа открывают уже кафешки, летники. Да? Да. Отлично. Ну, в Казахстане. А в России, в Украине, мне кажется, в Украине. Я вижу, что мои друзья там на летничках разгуливают, отдыхают и ездят по городам. Да, но это только будет, поэтому, друзья, не переставайте нам донатить, потому что летнички и кафешечки еще не открылись, соответственно, мы сидим без работочки и выступаем онлайн. И все, кто приходит к нам на онлайн-концерт, тот может нас отблагодарить. Вон там ниже, видите, такое замечательное, интересное сообщение с цифрами. Короче, я предлагаю начать с этой же песни, которая афиша, называется песня «Давай отменим его такси». Авторство и исполнение Евы Павловой. Мамед тебя благодарит за подарок из Египта. Да, арафатка. Мы долго искали там хорошие арафатки и нашли таки, и взяли, короче, и еще взяли, вот и Мамеду одну подарили. Носи на здоровье. Всем привет, мы присоединяемся. Надо было надеть арафатку, кстати, на стиле афиши. Мы же там на афише, да, в арафатках. Вот, короче, друзья, отменим такси, да, это песня авторства Евы Павловой, сейчас она будет играть и петь, прикиньте, а я ты буду это все подыгрывать, но не битбоксом, не, перкуссией буду я, перкуссией, я же еще тот перкуссионист. Видишь, какие эти, у тебя на карантине новые навыки появились. Каких только навыков не появилось на карантине. Карантин все-таки это классное время. Я думаю, все согласятся. Давайте еще карантин. Меня успокоит. Мамеда принимают за шейха. Сегодня чертовски красив, моя музыка, слов его россыпи. У него не стихи, стихийное бедствие. Что я творю, не задумываюсь о последствиях. Всю ранимость и всю непосредственность часами пью и слушаю. Да мне от твоей красоты хочется плакать навзрыд, в груди болит. И стихи твои залпом, так хочется пить, так хочется. Мне от твоей красоты хочется плакать на взрыв. Пиши и твори, дыши. Мне от твоей красоты хочется жить, хочется жить. Пока не очнулся рассвет в этих самых небесных глазах, три будильника, луны блики резвятся в его волосах. Господи, что я творю, горю, часами пью и слушаю. Да в груди всхлипов, да птичьих вскриков, до этого самого мига, где мы влипли.
Да мне от твоей красоты хочется плакать навзрыд. И стихи твои не хочется пить, так хочется пить. И от твоей красоты хочется плакать навзрыд. Пиши, твори, дыши. Мне от твоей красоты хочется жить, хочется жить. Мне так хорошо. Ваших бокалов плещется волшебство. Закажи мне еще. Уезжай, улетай, уходи. Я всего лишь хочу иметь от тебя стихи. Хочется плакать. И стихи твои так хочется пить. Хочется. Мне от твоей красоты хочется плакать навзрыд. Пиши, твори, дыши. Мне от твоей красоты хочется жить, хочется жить. Мне от твоей красоты хочется плакать навзрыд. В груди горит, ты стихи твои залпом, так хочется пить. Да мне от твоей красоты хочется плакать навзрыд. Пиши, твори, дыши. Мне от твоей красоты хочется, так хочется. Привет всем, кто присоединяется, ребята. Будем продолжать, да? Продолжаем. Ой, прям так раззадумались. Продолжаем с битбоксом. Мурашечки. You know? Битбокс. Да, теперь с битбоксом. Битрокс. Куда без него? Ротбокс. Surely not right.
Друзья. Спасибо. Здесь написали так красиво. Вы любовь. Мне так нравится. Да. Я так люблю такие метафоры. Что мне написано тут? Спасибо, вы тоже. Тут наоборот, да, видно? Тут, короче, написано Just Do It. Just Do It, да. Это не реклама Nike, короче, как вы могли подумать. Хотя мы бы не отказали сейчас от рекламы Nike, чтобы нам Nike забашляли хорошие деньги, а мы такие, смотрите, какая классная футболка. Это вообще очень старая футболка у меня. Или как это, безрукавка? Майка. Разлетайка. Вот. Да к тому, что мне эта надпись просто нравится. Простое такое. Простой девиз. Just do it, да? Пусть дует просто, короче. Ну, типа, про ветер. Мне нравится про ветер. Да не, серьезно, просто делай, короче. Делай то, что любишь, делай то, что умеешь, вот. Минутка философии и здравого ума, типа такой, эй, делай. Что бы ты там ни делал, делай, короче. Кто-то такой убивает кого-то. А, да, спасибо. Я люблю убивать. Шутки, прибаутки, друзья, мы продолжаем. Разные. Шутки разные. Я вообще юморист, я не музыкант, да, вы поняли, наверное, уже. Звук пропал. Печально. Что, серьезно звук пропал? У кого еще звук пропал, друзья? Если действительно звук пропал, вы нам сообщите, все потому что... Все из твоих шуток зверских. А, точно. Инстаграм выключает сразу. Слышно нас? Вы слышите нас? Смотри, у тебя рядом телефон. Телефон. Пока сейчас посмотрю, ну, будет идти время, друзья. Напишите, кто здесь с нами, пожалуйста, как слышно звук. Слышно ли нас? Говори ближе в микрофон. Говорю, да слышно меня отлично, так ору тут громко. Значит, у кого-то просто сбой. Друзья, мы продолжаем петь. Следующая песня какая? Шутками. Какая? Песня будет моя следующая. До этого был партишер. Серьезно? До этого же не моя была, к сожалению. Вот. Я же продолжаю, в смысле... Обращаю внимание, обязательно слежу за вашими сообщениями, за вашими пожеланиями. И вот сегодня еще исполню одну песню, которую вы любите, знаете. Но я ее прежде сама не исполняла. Поэтому очередной у меня дебют, как обычно. Поддержу, короче, да. Да. Перкуссия. Чем я тебя наделила? Что я с тобою делила? Господи, что творила? Как теплоход белокрылый резал волну под беззаботный смех и шампанского пенные переливы. Я сердце тобою кроила. Эти редкие встречи, свидания тайные, все будто случайно, все будто нечаянно.
она. К чертям я ныряю в глаза твои чайные. Да я болею тобой сладко, отчаянно. Мальчишка, ты же не знаешь, милый, какие я райские двери открыла. И рядом с моей душой счастливой меркнут сокровища Аладдина. Мальчишка, ты же не знаешь, милый, сколько ночей на стихи раскроила губами твоими. Болею осознанно, жарко, ты знаешь ли, о том, что во мне, уходя, оставляешь ты. Горит мой Эдем золотыми плодами, ночами и днями. Мальчишка, ты же не знаешь, милый, какие я райские двери открыла. И рядом с моей душой счастливой меркнут сокровища Аладдина. Мальчишка, да знаешь ли ты мое чудо, сколько ночей я поить еще буду губами твоими, глазами твоими. Ты же все знаешь, милый, какие я райские двери открыла. И рядом с моей душой счастливой меркнут сокровища всего мира. Мальчишка, да знаешь ли ты мое чудо, сколько ночей я поить еще буду губами твоими, глазами твоими. Спасибо. Друзья, всем новоприбывшим привет. Мы у нее там снова мурашки. С таким кайфом. Я думаю, еще у кого-то тоже там мурашки. Да, надеюсь. В общем, мы продолжаем наш четвертый онлайн-квартирник. Четвертый четверг у нас сегодня. Да, тут жарко у нас. Жарко везде. Кстати, был классный дождь такой проливной. Вот. Мы проведем эфир и пойдем гулять по свежему воздуху. И я пойду в шапке. Да, друзья, в шапке. Весной в шапке. Я люблю ходить в шапке, друзья. Что там у нас следующее? Следующая у нас песня. Какая же? Романтичная песня. Да? Серьезно? Очередная. Я ее буду исполнять, наверное, в этом гордом одиночестве. Отлично, друзья, я пока пойду, значит, подышу свежим воздухом, оставляюсь наедине с Евой и ее замечательными авторскими песнями. Котеньки, но РНЖ еще вернется обязательно, ненадолго здесь остаюсь. Я хочу тебя встретить в городе, случайно в дождь. Ты, скорее всего, заметишь мою восторженную дрожь. Ты, конечно, без слов поймешь, и от сердца к сердцу пойдет разговор. Я так мало тебя знаю, но так много чувствую до сих пор. Это удел сильных. Это подобно снежной лавине, стихийному бедствию. И никуда не деться, лишь песня рвется из сердца. Это словно смотреть на море, смотреть в глубину, когда так прекрасно и больно. Это удел сильных, не сомневайся. Не уверен, не возжелай, не влюбляйся. Thank you.
в сумерки прячу стихи, словно тайну. И не хочу домой, на ноты ложатся дожди. Последние летние дни догорают, а вкус золотой умирает. Как мне смириться? Я вижу твое лицо ночами, когда ты устанешь, мне снится огней и вереницы, снова глаза твои мне привидятся. Мне год от года от черта, от Бога. Не отравляешь сны, кружат, дрожат фонари. Мой голос поет и летит непослушный. Ты как прежде будешь мне морем южным. Да как мне смириться? Я вижу твое лицо ночами, когда ж ты устанешь, мне снится огней вереницы, и снова глаза твои мне привидятся. Огней вереницы, снова глаза твои мне привидятся. Ты говоришь: дыши, и мне кружит голову воздух. Он полон красоты и свободы. Никуда не спеши, я хочу смотреть на тебя долго, как на огонь или воду. Лентой дороги оберну заболевшее сердце, покрепче руль обниму, в музыку поспешу одеться, лечу, о главном молчу, помножив небес синеву на синеву своих глаз. Дождь для нас, мой единственный, где ты сейчас? Не дай же мне сбиться с пути. Лети, моя свита, лети. Наша музыка, ночи, стихи, наши дожди, апрельские дни, неизменные песни о любви, о любви. Наши дожди, душа моя стала податливой, теплой, мягкой. Все, что болело внутри, тает так сладко. Я вспоминаю желанные глаза твои, долгожданные глаза твои. Не дай же мне сбиться с пути. Лети, моя свита, лети. Изумрудной травы красота
детский смех, апрельские дни нам поют небеса о любви, о любви. Спасибо, ребята. Ну вот. Эпичное возвращение. Соскучилась? Мой единственный, где ты сейчас? Вот он я. Да, и пусть небеса поют лишь о любви. Да, песня из клипа, которую Настюша снимала. Настя, привет. Привет, Германии. Ну что? Мы продолжаем музыкально, да, друзья. Мне сегодня нечего сказать. У меня сегодня говорилка в умеренном режиме, даже в пониженном режиме, я бы сказал. Поэтому мы сегодня поем, и музицируем, и битбоксим, и играем, и в конце даже будет прикольное такое, несвойственное нам. Выходка. Выходка. Ну, это уже не моя песня, как вы догадались. Эта песня очень Либерийская баба. Михаила Джексона. Либерийская баба Михаила Джексона. Эй, мы уже выступаем для вас 35 минут. Да, я слежу за временем, потому что эфиры по часу в Инстаграме. Вот, и поэтому мы продолжаем следующей песней. Следующей песней авторства Евы Павловой «Монетка» называется. «Монетка». Он говорил: детка, сердце в теплых ладонях, тисках сжима. И я могла лишь петь, мне нечем было жалеть. Взлетела монетка, рассыпались вдребезги города, без следствия и суда сгорала наша звезда там, где оставил ты свое сердце, там, где от счастья некуда деться.
золотые, как в детстве там. Там нет больше места нам. Лето внезапное в солнечном октябре дрожала рука в руке. Снова жизнь моя на волоске. Ну где ты? Сквозь вереницу долгих лет любви поднимался свет до самых далеких планет. Там, где оставил ты свое сердце, там, где от счастья ну некуда деться, там огни золотые, как в детстве. Аплодисменты, друзья. Аплодисменты у нас Спасибо. Выражаются посредством нажатия, да, вот этих сердечки, комментарии, которые так делают. Всем привет огромный. Украина, Запорожье, и Германия, и Казахстан, Астана, Павлодар. Так планета здорово. Земля, в конце концов. Ну, так здорово, что можем мы для вас петь. Что мы здесь сегодня собрались, и мы продолжаем. Время неумолимо летит в компании с Евой Павловой и Романом Гловацких, и вообще Евой и Романом Гловацких. Да, Роман уже, который эфир вот, подчеркивает, что фамилия-то у нас одна, ну да. Но сценическое имя как бы Ева Павлова. В паспорте, Павлова. Да, я теперь так Гловацких. Вот. В общем, следующая песня какая вот ты хочешь сказать? Говорил про всю планету, я подумала про планету, полную любви, полную красивой музыки. Город. Город, планета, любовь. Планета, любовь. Окей. Что ты дал мне?
серьезно. Город стихия, это город любовь. Беги, живая, продрогшая, дари свое сердце прохожим. Не прячь эту музыку, гори. Я говорю спасибо за то, что ты дал мне голос. Выбрала ту из судеб, другой никогда не будет ты. Я говорю спасибо за то, что ты дал мне право. Ведь для тех, кто любит, для тех, кто любит. Для тех, кто любит. Люблю вас всех. Спасибо огромное, что вы есть. Так классно быть с вами на связи. У меня такое состояние, как будто бы на... Ну, такое же, как на концерте, не онлайн. Слушай, у меня волосы... Пригладь волосы, в них запуталась снова любовь. Да, друзья. Спасибо вам огромное. Неминуемо приближается конец часа. Конец часа. Конец часа. Отличное сделаем новое вывод. Выражение. Вот смотри. А, вот как раз, да, мы подошли к песне. И вот песня «Город любовь», которую я сейчас исполняла, еще раз хочу сказать о том, что мы делали ее совместно с Иваном Ткаченко, с классным саунд-продюсером, аранжировщиком, гитаристом. Проживает он в Астане. Вот. И вот следующая песня, которую я хочу исполнить. Она вчера официально вышла, вчера был официальный релиз. Я благодарю всех, кто меня с этим событием поздравил. Очень много комментариев, очень много поздравлений и ваших отзывов, что эта песня вам понравилась, что она вас пробирает. Это очень круто. Спасибо вам огромное за поддержку. И эта песня, тоже мы делали ее совместно с Иваном. Ваня колдовал над аранжировкой, над звуком. Вот, поэтому у нас вчера такой был праздник, и сейчас я хочу эту песню исполнить, но только не под пианино, как изначально. Да, впервые на нашем онлайн-квартирнике мы поем под музыку цифровую, не сами акустически играем, да? Вот, такая некая онлайн-презентация. Захотелось ее исполнить так вот, как она официально вышла, да, как она есть. Если кто-то еще не слышал, вот вы впервые можете ее услышать здесь и сейчас. Малика и Мадина, привет. Живую. Огромный. Ну, можно, да, я сейчас всем? Да. Просто вижу, да, что шлют приветы. Ага, все. Время. В общем, что мы будем делать? Кто бы не слал тебе привет там, знайте, что Ева вам шлет привет ответный. Слушай, я могу же вот так вот сделать сейчас, да? Конечно, можешь. Я сейчас буду не играть. Сейчас она будет прыгать по стене, по колонкам, на торшер залезать. Короче, готовьтесь. А, там сразу начинается, ты помнишь, да? Да? Я сейчас вот этим пальцем нажму на play, и все начнется. Петь, да? И улечу так. Да, ты готова? Вы готовы? Если что, вы меня простите. Первый раз буду петь. Новая песня Евы Павловой «Малыш». Что ты творишь, малыш? Пачками письма пишешь,
роняешь слезы так несерьезно. Душу мою берегишь, каждой строчкой кричишь. Нам завещали ночи, все будет лишь так, как хочет сердце. В небе летали мы с птичьими стаями, синь рассекали мы, обнимали облака с птичьими стаями. В небе мы таяли, падали, разбивались и воскресали. Что ты творишь, малыш? Где гордость моя, где совесть? Любовь не смиришь и не успокоишь. Птицею в небе паришь, каждым жестом кричишь. Нам обещали ночи, все будет лишь так, как хочет сердце. В небе летали мы с птичьими стаями, синь рассекали мы, обнимали облака с птичьими стаями. В небе мы таяли, падали, разбивались и воскресали. Не лги себе, ведь ни вино, ни время не помогут все забыть. Мой дар и крест, и взлет мой, и падение, что не смогу предотвратить. В небе летали мы с птичьими стаями, синь рассекали, обнимали облака с птичьими стаями. В небе мы таяли, падали, разбивались и воскресали. Жмем аплодисменты. Спасибо, ой, сердечки, точнее. Так, поговори пока в мой микрофон. Спасибо. Мне так непривычно это без пианино. Ну вот так вот. Спасибо, ребята, вам за поддержку, за вашу любовь, за ваши поздравления. Что тут происходит? Тут происходила замена батарейки. Кстати, ребята, скинуть нам бабла на батарейки вы можете вот по этому всему делу, да, донат поблагодарить, потому что они, мать, садятся, или да. Как они? Садятся. Разряжаются, короче. Вот. Новый формат. Эй, шоу, видали какое? Эту песню, кстати, вы можете по ссылкам Евы в описании шапки профиля скачать везде, там, Bandcamp, SoundCloud, послушать. Скоро она вообще на всех площадках появится. Небольшая задержка с дистрибьюцией вышла, поэтому нужно немножко подождать. iTunes, там, что хочешь, вот это все будет. Вот. Такой завис, потому что... Давай, ты сейчас тоже сделаешь кое-какую выходку. Да, я кое-какую выходку сделаю. Давным-давно, когда еще динозавры ходили по планете, у нас была рэп-группа Soul Clinic. Прикиньте, я был рэпером. Или типа, я скажу, рэперов бывших не бывает. Леша, всегда ты в душе рэпер. Но нет. В общем, мы писали разные душевные треки. Да, и одним из последних наших треков, этой группы уже, как она существует в записях, да? Существует в двух людях. На просторах интернета существует. И на просторах интернета, да. Но мы больше не выступаем, не пишем. Но эти треки остались, и мы можем их исполнять, прикиньте. И они, оказывается, такие красивые. Я просто не застала период, когда группа функционировала, и мы еще не были знакомы. Да, в общем, мой братка Вовчик, с кем у нас была группа, он меня вдохновил на то, чтобы эти треки вспомнить, да. И вот Ева, собственно, тоже меня вдохновила на это. И поэтому я исполню сейчас один из... Вот, я тебя даже поддержу. Который называется «Звук и детство». Это трек про детство, как вы уже догадались. Очень добрая песня, несмотря на злого. Да. Правда, послушайте. Давай. Стартуем. Поем,
про музычку потом расскажу, да. Залитый солнцем двор звучит детскими голосами, скрипом качелей старых, пением птиц. И я будто под гипнозом магических звуков переношу в детство свой рассудок. Помню, как сейчас быстро летели часы, быстро пролетали дни, их так хотелось продлить. Улица не отпускала, но вот уже вечер, и дома ждет мама, а я задерживался вечно. Строители цветных мечтаний, светлых свершений, рамок не замечая, мысли в полете беспечном. Все это детство скоротечное, яркое, перебирая временами фотокартами. И мне не хватит текста, не хватит в нем места, чтобы написать картину своего детства. Но она всегда в душе со мной, ее храню. Благодарю за этот холст мою семью. Пусть говорят, что детству нет во взрослой жизни места, но оно где-то рядом по соседству. Оглянись, протяни руку, и пусть говорят, что детству нет во взрослой жизни места, но оно все так же по соседству. Оглянись, ведь это друг твой. Мне мое детство сделали первоначальной школой. К первоначальной школе был уже я подготовлен. И вечные поездки с папой меня научили, как выбирать друзей в этом жестоком мире. Мне дали все, в чем я только мог нуждаться. Спасибо, мама, ведь я научился быть ласковым, любить людей, отвечать добру добром. Все это было заложено в детстве моем. И я, как все в то время, с Дэнди перешел на Sega, Тамагочи на геймбой, плавно на Nintendo. Я неохотно посещал занятия с сольфеджио и был нередко наказан за пропуски его. Вера в магию, в инопланетных созданий исчезла лишь, когда мы выросли с годами. Я в нем хотел так вырасти, ну а теперь обратно, понимая, что спешить было не обязательно. Пусть говорят, что детству нет во взрослой жизни места, но оно где-то рядом по соседству. Оглянись, протяни руку, и пусть говорят, что детству нет во взрослой жизни места, но оно все так же по соседству. Оглянись, ведь это друг твой, и пусть говорят, что детству нет во взрослой жизни места, но оно где-то рядом по соседству. Оглянись, протяни руку, и пусть говорят, что детству нет во взрослой жизни места, но оно все так же по соседству. Оглянись. Ведь это друг твой. Когда я была маленькая, то верила, что умею летать. И, конечно же, верила в волшебство. Детство — это такое время, когда каждый новый год ты видишь бегемотов, единорогов, пирожки клубничного мороженого. Детство — это когда ты круче всех, потому что тебя сразу после санчаса забрали из детского садика. Детство — это когда боишься монстра под кроватью и веришь, что пойдешь в космос, когда станешь большим. Импровизать его. Детство — это когда ты понятия не имеешь, что такое сессия, работа, ипотека и множество других ненужных и глупых слов. Детство — это такое место, куда мне очень нравится возвращаться. Детство, оно не снаружи, оно внутри. Детство внутри. Инструментальненькая часть, друзья. Можно покачаться, сидя качаться, лежа качаться. Кто там что смотрит, слушает, как. Yeah. Короче, это можно до бесконечности продолжать, друзья. Но что я хочу рассказать еще, да, у нас еще есть время как раз, я могу рассказать про этот трек. На фон как раз поставлю. Тут вот люди этот. Пишут, что ты напомнил их юность. Да? И помнят трек. Отлично, я конечно, рад. Конечно, вы по всему Казахстану качали. Я рад, что кто-то да? что-то там помнит, но больше всех помню я, понятно? Вот, а вот это то, что сейчас играет на фоне, да? Никто не угадает наверняка, откуда эта песня. А это музыка из кинофильма «Ирония судьбы». Нет. Нет, да? Нет? Подожди, я путаю всегда эти... А, нет, это фильм... Это служебный роман, короче. Служебный роман. Да, служебный роман. Где там в «Иронии»? Андрей Петров
написал эту композицию. И, собственно, из этой композиции мой коллега, битмейкер Кенси Кей, он же Еркебулан, создал бит, вот, на который я сейчас читал этот текст. А, собственно, текст написал я и мой друг, брат Владимир. Вот такие вот пироги, друзья. На этой замечательной, лиричной, трогательной ноте мы будем заканчивать наш прямой эфир. Четвертый четверг. Да. Спасибо вам огромное. Все, кто был с нами. Мы еще будем обязательно выходить. Может быть, в каких-то других форматах, кто знает. Онлайн прямые эфиры теперь с нами навсегда, на всю жизнь, короче. Будем думать, как еще радовать ваш глаз и слух. Физиологически так, глаз и слух. И душу, в первую очередь, конечно. И сердце. Хочешь еще что-нибудь сказать? У нас есть время еще, можем. Как дела? Как настроение? Я не спросила, как настроение? Слушайте хорошую летят, музыку. Сердца летят. Слушайте Андрея Петрова, это великолепный советский композитор, который написал много красивой музыки. Ты можешь вот как-нибудь отдельно рассказать вообще? Она закончилась. Советским фильмом. Хорошая идея, да? Кстати, да. Микаэла Таривердиева, мы еще очень сильно. Я могу много рассказать о советской музыке и, возможно. Привет, Вовчик. А Вовчик, вот привет. Вовчик. Рада тебя видеть. Если ты успел, я тут исполнял «Звуки детства». Вот Вовчик сейчас написал куплет второй, собственно, это вот Вовчик писал. Вот. Я, так как Вовчик не с нами, зачитал за него, друзья. Вовчик, а ты можешь в записи, кстати, посмотреть рэп, который был здесь сегодня исполнен. Я хотел бы его исполнить под клавиши, конечно, но я скажу вам, что я нифига не успел разобрать под клавиши, поэтому я исполнил под минус. Слушай, так тоже прикольно, но мы покачали. Еще сделаем обязательно. Под клавиши тоже сделаешь. Мария просит на бис. А мы не успеем. Но я боюсь, мы не успеем, да, потом сохранить все это дело, поэтому... Что еще сказать? Сохранять, наверное, да? В общем, до скорых встреч, друзья. Все, кто сегодня был, спасибо огромное. Если кто-то желает нас поблагодарить, пожалуйста, вот данные, по которым это можно сделать. Нам это очень поможет, нас это очень поддержит. И мы сможем писать новые песни, делать новые эфиры. Ну, то есть, все понятно, да, взаимосвязь эта? Ева уже, в общем, она устала, я так понимаю, от моих разговоров. А я могу говорить и говорить, но я нажму сейчас на завершить, кнопочку завершить, и мы с вами... Спасибо огромное, ребята. Да. Спасибо всем, кто с нами, и всем, кто будет смотреть. Не забывайте пользоваться снятием ЧП, гулять, ездить, вот это вот все полностью вообще. Выходите на улицу и гуляете, где хотите, вот это вот. Вообще, понимаем? Вот мы сейчас так и пойдем делать. После дождливой погоде пойдем дышать свежим воздухом. Да. И может быть, кто знает, я, возможно, даже сниму шапку.